Как сложилась твоя личная жизнь? Прочитай. С Алиной? Все хорошо сложилось. Все хорошо? Да. Да? А чего ты не пригласил ее сюда? Ну, она не публичный человек. Не публичный. Охренеть. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Кто не прочитал, когда переспала с бывшим, решила узнать, как у него на личном фронте, так сказать. Да, вот. Вот, пожалуйста, напишите мне в комментариях, ребят, ну просветите Саныча, старика, да, как бы вот, что они хотели сказать вот этим роликом, да, ну тут точнее чаечка, да. Вот что, ну вот она переспала с бывшим, спросила за его личную там судьбу, там Алина какая-то, да, типа, и что? Какой посыл в ролике, да? Ну, я понимаю, что не во всех роликах должен быть там какой-то смысл. Ну, какой-то же подтекст должен быть там, как посмеяться с него, да, там какие-то выводы делать, да. Но мне обязательно там задуматься прям, ой, такой глубокий смысл в ролике. Нет, ну хотя бы посмеяться же можно. Я вот смотрю, как бы, в ад, и что? Напишите мне, что это было.